Хоть одним пупком промахнулся? Не. Ами начал эмоции испытывать. Варин. Да и надо же 1127 крипов, пацаны. Не просто все сдохли как-то, блядь! Это величайшая карта в Доте 2. Так, вы, ребята, две лучшие тимы в мире. Напротив Астер, сколько вы потратили энергии? И как вы себя чувствуете перед этой игрой? Мы ничего не потеряли. Да, я на полной концентрации. Мы только идем вперед. Вы ready? Готовы к этой игре? Да, мы готовы. Я думаю, вы очень уверены. Я говорил с Мипошкой, и он сказал то, что нужно только чудо, чтобы мы победили. Как я понимаю тебя, оно не обязательно. Да, мне похуй вообще, я их снесу. Короче, Ятра, как обычно, мега уверен, а Мипошка сказал, что только чудо поможет им. Мисс коммуникейшн, блядь, в команде. Ты веришь, что они выиграть могут эту карту? Слушай, я не верил в финале винта и поплатился за это, да? Поэтому, бля, все возможно, реально, все возможно. Но логически у GD форма сильнее на этом турнире. Ебать, просто директор, ты понимаешь, какой next level он делает? Он по банам Феникса форсит их пика Чена, потому что имеет ответ на Чена без Феникса. Боже, Дирик. Ой, он уже на шаг впереди, я не знаю, если Спирит это понимает, они сейчас в его ловушку попадут просто. Они берут Чена, там сразу инста Тини ЦМ-ка будет. А если Тини, хорошо, он Чен плюс один ответит. Боже, он вас просто... На, без шансов. ПЛ. Окей, окей. Окей. Окей, в этих трех героев это ок. Пак. Ебать, я вообще забыл о паке. Почему вообще пак... Ну, пак вообще было очень сильно напрягает клаван. Ботлайн, конечно, у Спирит будет жесткий. Энигма, Туск, да, это, да, это сильно жестко. Но они укрепили, они укрепили. О-о-о! Ебать, а я забыл вообще об этом герое. Какой же это ебарь герой, ты познался. Ебать. Путь с Аганимом. Да, 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 да. Живы еще ебать. Бля, какой же охуенный матч будет. Я верю в Пуджа. А, они взяли Тускара мид? А зачем? Я думал, жизнь заберу без шанс. Нет, ладно, это не мисклик, судя, потому что они реально играют. Это правильно? Это Тускар, да? Да, это Тускар. Если Дайр заведут... Ладно, на Пудже просто задрот невероятного уровня. Денис, да. Мне написали, что ты на хую повис, и в амулет стал так что. Это ты, чтобы на финал быстрее успеть? А я, короче, перехожу в мид, и там чуваки триплой встают. И типа на серьезном ебали лайн держат, и крипа меня не подпускают. Ника Бэйби меня орет, ебать, you mentally weak kid, fucking garbage. Why you play Dota garbage? Я ему говорю, блин, ты че ебанул? Короче, Никовай про тебя, короче, да, подышал? Никовай его, походу, недоволен. Так, ФБ... А, нет, ФБ уже был, я забыл, на руне. Но Оксинг убирает. Бебра флеймит, то все. Все, ребят, кто из вас вебочку включит меня? Заур. Я думаю, самый красивый, Денис. Заур, нет, самый красивый это ты. Самый мужественный, самый мужественный. Не только же красота важна. Денис, ну ты что, mentally weak? Ты хочешь, так сказать, подтвердить его слова? Так, у нас Фейсбиан. Очень плохо, очень плохо. Фейсбиан, кстати, Спирит идеально посвапали линии под шумок, пока что я тут писал в личке там, тому и этому. И мы увидели то, что они все-таки нашли Энигмы Вайпера, и это для Спирит супер круто. У них на всех героев, ну, собственно, да, еще вообще не проигрывали. Это факт. Go in 2 каны тупе в ХД на Twitch. О, соло убил, Торонто Токио. Офигеть, офигеть. Я пропустил это, но... А, даже не показали. Просто красавец. Ладно, я, походу, баннер с Бэтбума пострадает. Ты можешь Ты можешь одну игру себя вовнуть, Саня. А, кстати, я вообще спокойный. Я только с радостью. Да, иди. Не надо, ты че. Пропускаем кивы, пока я тут настраиваюсь. А что, пак у нас ак купил? Что у него с бэтбом? Почему у него перчатка, Rob of the Mage? Там, походу, когда подыхал, закупился нечаянно, maybe. Смотри, это что такое еще? Это так забавно выглядит, это вообще весь. Ну, может, он... Ты, короче, верхний и правый угол охраняешь. Так, верхнему углу, правому углу, Заур Шагмурзай. В левом углу, Денис Сигитов. Молодой боец, так сказать. Подающий надежды. Так, спел. Пуш. А куда? Опа, развел. Эпилептик кит на пейле. Не, а не поверили, не поверили, не поверили. В итоге убивают еще Торонто Токио. Ой-ой-ой, ну у Пуджа ВГ, конечно. Еще не, пассивку даже не нажимал. Видно сразу. Ну, кошка, о, ну куда потерялся? Куда он потерялся? Хоть одним пупком промахнулся? Не, потняк. Сразу видно. Торонто. О, хасту нашел. А ульта есть у него? Скоро будет? Нет. Не, ну тут и не подходит. Походу, Ксяоид залил тут. Фраги, по-другому не написать. Два килла еще.
Вот это он бычит. Кстати, если чё, он сделал соло-килл, ребят, вы понимаете? Насколько он вообще в мега уверенной форме. Так. Он хочет заткнуть всем хейтерам просто рот. Фейсбян умирает, но Мира 3 CC-ка. Умирает. Умрёт, умрёт. А как это так работает? Это только Пуч такую способность имеет на самом деле. Какое? Ну, заставлять людей играть. Nothing to say. Ой. Большинство людей вообще в доту, так сказать, играют ради пуджа. Так, в итоге Торонтыч уже превосходство. Какой-то бог на пудже какой-то, я вообще не понимаю. Походу не убьет Торонта. Ой, тоснул. Не того. Кстати, Пак играет без шифта, и Тускар просто вкатывает. А он с фейсами догонит его, не? Он догонит его. Но тут второй спелл. А он в пудже катится, он в пудже. Чё? Чё? Гений. Джинни. Литвая. Ами идет дальше. Как же он бежит за ним? Промахнется ли? Нет, там прямо бежал. Там уголок очень плохой был, на самом деле, для Тини. Еще спиздил гречку от Ньюкасла. Там 10 хлоу сделано, все, можешь сделать. Но Пуджани не убил. О, Пуджани убьет. Только Торонто. Так, Пудж. 10 левел, вообще LGD, все команды здесь оказались. Ятра пошел убивать Рубика, но у него нету. У него нету диффуза. Он развел опять. Боже, как хорошо играет. Мега хорош просто. Опять на ПЛ все повелись на его уловки. 1000 голды преимущество LGD. Пошла. Так, да ладно. Опять. Да не, да не поверят, да не поверят. Да поверят. Они верят. Ну вот сейчас по стикам уже. Ну, переагрессировал он, конечно, в любом случае. Ами просто бежит. О, он шхукнет. Может убить, да. О-о-о-о. И Ятра троллит его еще. Хорош. Недалекий он. Но нельзя так Ами писать. Может разозлиться. Хороший там игрок. Так, как раз таки реализация этого блинка и шикарных синкью реагирует. Один из лучших вообще игроков, на самом деле, по реакции. Ну, да? Не ожидал увидеть здесь бача у нас. 8300 пуш. На бот, про что я хотел сказать, то что никак ни спирит не смогут драться, как только огонь появится у пуджа. Будет вот сила. Ой, носик тусы еще и дазл убивает. Как же неприятно для спирит этот момент. LGD на таймере небольшом, но они понимают, что им нужно вот сейчас использовать свою силу. Но он получил 15-й. Вот супер тайминг вообще, супер тайминг. Мега тайминг просто, я не знаю. 15-й талант, дагер, все идеально у LGD вообще. У них Локол. Есть Аегис. Да, у них... На, вот просто вот так вот. Так, Мира на самом деле может и подумереть. Украл Эвелэнч? Ой-ой-ой, неприятно. Ну что, Вайпер? Вайпер стянули на ХГ 5 героев. Опять же, увидели пятерых, отошли, все идеально. Вайпер... Ебать, Клау разъебал. Там Клау как у папичи. За 50 рублей. Супер хард лейте, Спирит это выиграет. Опять же, Спирит одна из лучших команд в мире, которая играет, ну, которая сажает на таймер. То есть они умеют играть 4 плюс 1 с хардкором, который потом вступает в игру в лейте. Так что, да, Энигме тут довольно тяжело найти. Так, хороший бой по двоим героям. А как... Ой-ой-ой, я даже не успел увидеть, как... Не, они просто... Они идеально вообще читают. Просто поймали их. Да не, ну вы чё, ну посмотрите на этого пуджа, я не знаю. Я сейчас увидел, насколько ПЛ с Сашей Яшей и Худом развалился быстро. Это просто жесть какая-то. А 20 уровень еще у пуджа почти. Ну, Фейсбянка, понимаю, в надежде. Очень хочет добить Т3, хороший тос. Фейсбяна не спасти уже. Ульчена, ну да, тут не спасти вообще. Вот опять же. Ой-ой-ой-ой, так, выкупился Тини за пуджа. У пуджа БКБ КД, можно камбэкнуть. Ксинкью, да. Ой-ой-ой, хороший блэкхол, можно убить пуджа, пока что Рубик не может никак украсть блэкхол, и Рубик тоже будет умирать. Шикарно. Молодцы, Спирит, молодцы, просто нашли свой момент. Красавчики вообще. Прошану 45 секунд минимальный, 20-й ПЛ. ПЛ очень важно забирать эти киллы. Но понимают они то, что, ну, надо... Надо еще им... Так. Ладно, на буче мега король доты. Без байбеков оба. И потеряли гем. Второй гем. Да, второй гем, это ужасно. Пассивно они проигрывают. Да, уже надо попробовать подрать. Их засканили. Лучше идет первый, видит ПЛ. Ой, Мира умер. Да. Идеально. Хук, как обычно. Торонто так ошибся в спине. Ему можно сбить ТП просто ультой. Успеет ли пуш? Нет, не успевает. Он под малифайсом. ПЛ 25 секунд. Маны нету уже. Надо отдавать Аегис. Умереть ему надо и прыгнуть. Ятра пытается развалить. Ну видно по урону, что это настоящий. Не верят?
Ебать. Что он там исполнить хотел? На самом деле, если бы LGD сейчас были в фокусе, они бы по урону бы поняли, что разводит Ятр. Но Ятр красиво сыграл в любом случае. Так, пуч, 4000 хп. Может прыгнуть, сбить прям идеально. Прыгает на Ятра. Ой-ой-ой, Торонто. Торонто успел нажать БКБ. Хороший койл. Блэкхолл, Рубик. Где же? Нет, Рубик не успевает. Так, пуш, на самом деле, пиздец, регенится пуш, его просто не пробивают. Даже просто он под миднайтом все это стоял, и все равно даже под миднайтом он не... Пуш продолжает, пассивку нажимает, весел на него нажимают, надо его добивать, пуша. Боится Ятра, боится очень сильно, у него нет урона. Ятра. О, нет, все, там все. Но тут погрейм уже. Без шансов. И еще Эмира без байбека подставился, прилетел, его тоже пуш будет убивать. Пуш, хорошо, убить. Он под миднайтом весь файт стоял, и его не убили. Это просто жесть. Бы, даже Блэкхолл. Да, да. Все дали. Вообще все дали. Все равно не хватило дэмэджа. Это Чен под пуджом, да. Это вообще жесть. Сумасшедший. Короче, интересно, какой Ами возьмет талант? Укрепит ли он себя? Он взял уже. Да, взял. Ага. Значит, на урон с ульты взял, да? Хорош. Это имба. Это имба. Ну, блин. Я видел челов про играх левый брали. Как по мне, он вообще не очень. Молодцы. Опять мы видим LGD, который... Смотри, как он танцует. Доволен. Одна ошибка всего лишь от них была. И все. И ты ошибся. Одна ошибка за 37 минут. Ну, посмотрим. Спирит не так плохо выглядит на самом деле. Они реально не так плохо выглядят. Надо брать инча воет. Инча воет. Просто сделайте то же самое, что сделал директор с вами вчера. Вайпер Марс. Класс, ну ладно. Ну это нормально. Это сильно. Ну они просто делают, да, они своими героями решают играть в них. Окей, в принципе, на самом деле, сейчас и... Ой, ебать, он смеется. Приплыли. Ами начал эмоции испытывать. Да ему просто бача дали, он сейчас. Да надо сигнами играть. 20 секунд резерва, они вообще не понимают, что делать. Я таких потерянных спирит давно не видел. Ну хотя ладно, они бристолбека могут взять. Окей. Кстати, Нагу я говорил о Наге. Нага Тускар. Кот. Качал. Ноль героев котла вообще. Есть еще Клопа, но мне кажется, это скрытопульный герой в этом матче. Ой, в этом патче. Одна секунда резерва. Они даже, им даже времени подумать нет. Клопа. Да бля, ну... Почему так плохо? Как будто вот просто пять разных героев. Ну, тренер-то не должен волноваться в это время. У него уже есть время подумать. Мне не понравился еще пик Манки Кинга. Ну, они же видят разоры. Ну, блядь, почему? В определенный момент они их убивать, но... Ну, хардлейт еще нужен какой-то. Ой-ой-ой, это фердблад. Хотя немножко, на самом деле, подстопили иллюзии. А, вот так. Охуенная задувка. Еще фейрик. О, еще фейсбиан с ФБ пришел. В боте Бэйн Манки Кинг не всплывут, если честно. Вообще красиво. Пачками тоже будут пытаться забирать. Очень красиво уже играет. Курьер убьет его. Ой, ебать, там курьер. Там просто в курьере 600 на турстак. Коллапс. Пойдут в него до конца. Ну, коллапс убивает и выживает на самом деле. Он не убьет его? А, нет. Мне показалось, кстати, что ему две тычки надо дать. Это ок для Спирит, 100%. На самом деле, мы сейчас смотрим нетворс, и мы видим 200 у котла, у самого быстро фармящего героя в миде. И это, на самом деле, показательно тоже. Но он камбэкнет в любом случае. Это реализация котла, как он себя реализует. Рибошка, тут один топе. Марси тэпается, кто будет пытаться убивать от Крисбиана, но... Так, летит дазл. Убьют, 100%. Можно даже, на самом деле, хранить этого дазла? Не, решили нити. Так, ну под миру хотят убить разор. И я думаю, это не читается просто? Или читается? Вот уже читается. Там грейв есть. Это тильт вообще. То, что делает сейчас Спирит, это тильт. Нага профармит весь бот. Зачем он это сделал? Ладно, ребят, получите хотя бы меня. Ух ты. Только под Клопу как-то попробует. Но Клопа, я смотрю, просто мид пока стоит. Это, я не знаю, по-моему, урны еще нет, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой. Есть у Клопы ультимейт. На самом деле она... Ой, быстрый. МС-бонус. Летит, коллапс. Он умрет. Надо сойти. Хороший момент. Кайф. На Бэйн разменяться очень приятно. Пока у Спирит все вообще шикарно. У них первые два нетворса в игре. Еще и МК начал фармить в боте. 3800. Ну, равные нетворсы. Вот они убивают. Но эти киллы-то, по сути, не дают прям какого-то супер буста. Молния гонит. Тот самый дэмэдж, который, когда у тебя Соника нет, может решать. Просто приятно, как условно на пакет. Коллапс, кстати, на самом деле частенько, вот мы видим, играя через тревла. В отличие от того же Амара. Посмотрим, как он будет... Ой, ее Мира еще Нагу убил. Ой, это очень хорошо. Я вообще не знаю, как это вышло. Это очень вообще, очень решающий момент. Так. Хороший смог, может? Но он умрет. 100%. И это как раз урна та самая.
Это важная урна. Так. Ну, нага. Опять нага подставилась. Ами что-то не фармит свой лес, фармит чужой, и в итоге его за это наказывают несколько раз. Отлично. Для спирита это супер шикарно, почти дагер у мира. Ну смотри, у всех есть телепорты, но нету гриппа. Фейсбиан. Убьет точно. И на самом деле надо лететь. Бот, да, летит хлопа, уже бот. Большие проблемы, выкинули из арены. Так, Торонто Токио, нужно задувать, синкью. Но решил не задувать синкью. Вот холдит ульту до конца, чтобы... Ой, красиво сыграли к синкью. Один хп, просто стоит в лесу. Торонто Токио, будет ли прыгать его искать? Мира! Вау, красавцы. Красавцы. 1-4, трейд, вообще полностью LGD потеряно в этой игре. Вот так вот, спириты, красавчики. Первые 10 киллов, кстати, готовы. И правда. Готовы. Так, летит Котл. Может его под второй-то и подразъебать. Успеет ли кинуть? Не успел, кстати. Так, второй, хороший блайнд. Мира, ну, вообще коллапс. А. Вот этот бонус МСа, вообще зверский, конечно. Мира, да, дайгер, реализация, нету никакого сейва на ФСБ. А, ну он только из таверны вышел. Нету, грейп. А, там и не вот нужно, так, в принципе. Вот так вот. Мипошка еще слип, шикарно, без спелл юзаж, но он умирает здесь тоже. Первые 10 киллов. Хороший момент. Добрый вечер. Саша БКБ, прям знаешь, такое, когда он прям фронтлейнит, и потом выход в шиву, Торонто Токио не прикается по какой-то причине! Ой-ой-ой! Поймал. Так. Да, убьет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, под арену, шикарно, мира игра! Вау, класс. И молнии его добьют, он выкинул его. Да ну нахуй. Да ну нахуй. И грейп, он ему грейп даст, он бежит. Чел, куда бежишь? Куда ты бежишь, блядь? Бля, боже, какой ксинкью подный. Это нереально вообще. Моментально среагировал, прилетел. Почему куда, блядь, это пиздец? Если что, он сейчас получал грейв, это такой тильт, нахуй. Там просто, блядь, альт F4. Но если вот так на ровном месте МК умирает, это пиздец. Странно, что он, да, купил именно кайзо. Так, Весел. Мипошка. Ой-ой-ой, неприятно опять. Кстати, на самом деле шикарный разворот, и моментально дается гриф. А нага пытается помочь Котлу и Котл. Котл опять умирает. Он только вышел из таверны. Вообще у Носиктусы игра не идет. Максимально за Ами бегут, знают, что слипа у него нету. Сетка нажимается. Ну, не умирает он к Синкью. К Синкью, реализация дайгера. Умрет Мира, но он катится дальше в Торонто Токио. Пинает его, Фейсбьян еще доцепил. О, просто идеально фулл рэндж нажал. Ух. Ну, слушай, хорошо сыграли, XNQ выжил. Слушай, несмотря на плохую игру, у нас XNQ до конца! Нет. Ну, нага, смотри, уже топнет просто. Да. Да я вообще не это понял пик Бэйна, если честно. Они могли взять Феникса, но я не знаю, настолько они боялись на Fire 4 или что. Ну, то есть, я вообще не понимаю этого Бэйна, как он вообще появился в голове. Они еще и под Бесталикана подставились тогда. Ну, они, наверное, понимали, что, конечно, они могут, типа, забайтить Бэйном, пикнуть Бесталикана, и, типа, челы возьмут там Бристлбека и... Иду на поле, да, на Торонто. Ой-ой-ой. Торонто? Идеально. Бля, как он чинит кнопки? Это вообще... Он нажал сначала ульт. Да, потом второй. Да. Блин, попробуй, что ли, спирит. Поставить на спирит, притопить за них. Отделяет спирит 3-8, на самом деле. 3-8. Пали на Розора и убьет Розора. Не успел я, прикинь. 4-2. Два раза. Ладно, и все плохо. Я попробую поверить в спирит, на самом деле. У них все не так плохо. Ебачок синкью перед. И собьет же его. Хорош. Синкью пока. Так, летит у нас Бэйн. Можно грип нажимать? Это фрикил для Мэнкикинга. Имиду напали на Миру. Ну это нормально, на самом деле. Четверками разменялись команды просто. Мипошка еще килл получил. У него довольно такая вся игра. Линка, кстати, у копы. Так, хорошо, мы пошли под скади. Мира, кстати, не ревелится. Прям не хватает. Вот сейчас разревелился. Мира видит Тускара. Так, на Миру нападение. Ой, он и котла нашел. Хорошо, палку продлить бы. Нет, ай-яй-яй. Задул на Синктусе. Торонто Токио. На самом деле у него хорошо. Коллапс очень плохо. Коллапс умирает. Инксикью тоже умрет. Но это лучший размен. Нажал слип. Слип байбек моментально. Торонто. Они видят на варде. У нас Синктусе проблемы. Надо выжить как-нибудь Ятра. Проблемы у него. Его спрятали. Так, хорошо. Или нехорошо, нехорошо. МК убивать. Да, МК проблемы, но умрет Разор. Разор тэп аут, нажал. Нет, Разор не умирает. Нажимает еще колбу, отрегенивается. Ятр. Нет, Ятр уже никуда не выживет. Здесь Скази. Он не может регениться. В итоге что-то как-то. Разменялись байми. Почти БКБ, кстати, Мира прыгнул. Мира прыгнул, но как-то, блядь, не получилось. Ой, мне вообще так билд, на самом деле, КВП не нравится. И почти БКБ был у Мэнки Кинга. Если бы у него было МКБ сейчас. Ой, БКБ можно было перевернуть здесь ставку. Блин, ну такая нага. Ну, видите, вообще, конечно, хп ее.
Такая Нага направляет иллюзии, и ты думаешь, ебать. Вот. А что делать? Пингует, пингует разор. Нашел МК. Ой-ой-ой-ой-ой. О, да ладно. Он задоджил плазму пассивкой? Это было круто. Ой, не пассивка, а мисчифом. Топора нет. Был бы топором, бы его срубил. Но слота, видимо, у него до топорика. Есть. Есть. Странно, но надо брать. Сейчас купит. Сейчас купит. Вот, на Ксинкью шарит. Ксинкью шарит, конечно, да. Да этот чел вообще MVP этой игры. Купил топор свой фейсбен, реально купил. Охуеть. После этого. Охуеть. Ну, бля. Это пиздец. Это уровень, это уровень. Сразу исправился. Ой. Может там Ксиауэй косо посмотрел после этого момента. Я вижу эти свободные слот. Против МК без топора. Да. Коллапса, коллапса видит. И хекс, реализация, ятра. Почему палку не жмёт? Хорош. Палку хорош, не жмет, Monkey King. Monkey King, БКБ, раскастовывает арену. Он перебьет. Да, разор без бая, умирает. Хорошая арена. Иллюзии, ами. Тосну в арену. У него нету подрафляя, нету, он разваливается. Хорошо, без байбека тоже надо. За другими бежать они! Еще два победи. Ебать! Ну что, вы говорите, что это не сценарий? Как-то хуёво вышло, что одни напали в МК, а другие напали вайпера. Очень хуёво подрались. Мира пока что солит эту хуйню сейчас. Мира заставил пиздец, коллапса. Пиздец, вообще. Да, он еще Нагу туда закинул в арену, это пиздец. Какой позиция? Посмотри, какая позиция у Бэйна. В итоге Квапа просто три героя заставила. Посмотрите, он ломает, да, он ломает позицию. Он сбил Блинк Тускару, он не дал Дазлу нажать ни одной кнопки. И здесь слипыш, блядь, просто идеальный спел юзер. Просто идеально вообще. Это переворотный момент. Но это КГ, это КГ. Это еще минус мид. Ни одного байбека нету. Ну, бля, это Нага. Ну, Нага не выиграет доту. 4-2 я поймал, чтобы вы понимали. Next Rush, она просто будет ждать и дофармливать скади на МК. И мне когда торопится, все, игра прыгнул. О, еще и БКБ нажал, чтобы хекс не получить. Ксинкью, есть сноубол. Так, Мира. Надо нажимать все кнопки? Ой-ой-ой. Вот сейчас спирит хуйню делают. Если что. Странно очень. Он, Мира, спарит. Хотя форснули. А, не, умрет от Рашида стопудов. Ну. Вот иногда Торонто делает супер круто, да. Иногда вот немножко он, конечно, переоценивает себя. Хочу дозалить. Это не... О, Пента упала. А, у них сатаника еще нет. Не идите в смог, я дозаливаю. Под свой вард, скорее всего, стоять. Да, сейчас классика, спирит. Ставим вард и прыгаем. Раз. Батя, куда бежит? Продлили. У него хорошая нейтралка, на самом деле отличный грип наживается до 25-й арены. Он не выживет. Он не... Хотя грейп. Успеть! Торонто будет прыгать, должен добивать. Так, Торонто, есть ульта. И у него две линки, на самом деле. Две линки ему сбили. Есть штормкрафтер. БКБ. Штормкрафтер. БКБ нажимает. Также я Торо без Торонто, арены, без арены. Ну там. Они бьют Нагу целью. Ой, Фисбиану надо убить. Убили иллюзии Наги. У Наги нет урона. Бля, как же дрочит этот Дазл. Дазл дрочит нереально, просто Фисбиан умер, Мира разменялся, у него без байбека. Тот тоже без байбека. Ятор начинает драться с Нагой, у Наги Аигиса больше нету. Отлично, зарядил пассивку, пошел. Мипошка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, помочь как-нибудь. Ятра, как-нибудь помочь. Ятра. Выживать. Наги, очень плохо. Он нажимает бутер, нужно. Коллапс, стреляй, блядь. Ай-яй-яй-яй, где же Квапа, блядь? Квапа, коллапсу, помощь, коллапсу. Он просто, сука, один укзил, дерется. Помогите кто-нибудь. Промахнулся шардами, боже, как же близко было. Квапа, пиздец, как будто бы если там бы... Там трон падает, Саня. Бля, вот дайте просто маги. 10 книжек, пусть 25-й апнет, все, это разъеб. Видят. Синкью. Так, Синкью, БКБ вынужден нажать. Так, на паре бай. Ой-ой-ой, вот разор, под арену. Ай, Дазл в позиции. Опять. Они просто вот каждый раз жмет слип, когда Кетра кастует арену. Им нужен рефрешер на Monkey King. Я, кстати, могут убить Торонто. БКБ он нажимает, прыгает на Ксинкью. Ксинкью, кстати, БКБ КД. Бей ебаного Дазла на Торонто. Ой-ой-ой-ой, неприятно. Ятра вынужден нажать БКБ, пошел бить настоящую Нагу. Также мира. Грип. Ксинкью успел сбить грип. Боже мой, как он успел. Он еще покатился на коллапс. Очень мало хп у Наги. Нага. Ами умирает. Боже, нет, это умирает. Они просто все сдохли как-то, блядь. Что происходит? Как они все сдыхают? Ебучий Дазл просто как же... Дальше прыгает. Сап и LGD, это просто короли этой игры, блядь. Просто короли этой игры, ебану. О, это боги доты. Это боги доты. Почему Торонто не фокусит ебаного Дазла? Это боги доты. Не демоны, демоны поехали. Он 5х дает пистол. Я не люблю негативить.
Тут позитив стрим. Я скажу, что у них байбеков нету, это хана. Перед тем файтили. LGD просто перед тем файтили. Бля, LGD просто батьки. Ну реально батьки просто вообще. Рефреш купил себе котел. У него будет два аганимных шарика вот этих. Сильнейшая команда за историю доты, стопудово. Я не думаю, что вообще хоть одна команда в мире способна сделать это. Вот так вот выбивать круто кнопки, вот так вот тимфайтиться. Так, опять в Дазла. Ну, самого крутого, да. Дазл умирает, отлично, это хороший тимфайт для Спирит, супер тимфайт для Спирит. Ну опять же, умрет. Надо дальше бежать. Можно выиграть игру, он не успевает, или успевает. Так, Торонто Токио, нужно еще бежать хотя бы. Ебать, 0-1. Хороший мир еще. Ебать, там через бедруху его кинули. Найс, это шикарно, это камбэк. Надо отрегенить. Ой, он еще чуть не умер, ебать. Все, профармить всю карту, дофармить Monkey King Bar на Monkey King, уже будет намного легче драться. Блять, боже, как же легко выиграть файт, когда Дазл первый умирает. Ну, я думаю, Спирит на самом деле уже выиграли. Как вам такой предикт? Да, такой предикт был 20 минут назад. Ну, они снесут. Так, ты три падает. Бай. У него на самом деле на Monkey King. У него нет байбека, он купил МКБ, Надо раскастовывать, братишка. Очень сильно отзонил. Очень сильно, но он выпрыгнул с арены, чтобы убить Разора. Хорошо прыгнул два раза, Торонто Токио тоже нажимает рефрешер. Кстати, байбек Разор, надо бежать. Просто уйти, коллапс. Нажимает телепорт, у него одна лика. Могут не успеть. У него есть байбек. Он с баем. Нормально. Играбельно. Они выбили все байбеки. Было 19 тысяч преимущества, стало 9. Вот LGD в этой игре показывает настолько феноменальный уровень игры, потому что пиком справа играть в 10 раз сложнее, чем пиком слева. Они умудряются, даже несмотря на 55-ю минуту, вести эту игру. То есть у них просто куча сейва за счет Дазла, Тускара, там вот они БКБшек, Тарасок не купили. Смог. Тускара и диск. Да, это плохой таргет. Дазл. И там еще Дазл стоит. Да это нормально на самом деле, они сейчас убьют. Ой-ой, Дазл. Бля, Дазл. Так, опять. Это, кстати, это слип не на арену. Он же умрет. Это очень хорошо для Рейдин. Он же умрет. Торонто бежит дальше. Есть БКБшка. Отлично, нашли Дазла. Ксинкью. Рефрешер, еще одна БКБшка мира тут, а второй уже. Ой. Так, а нету больше слипа. Так, а где? Разор есть. Разор. Убили, без бая, самое важное. Но падает в боте падает у них. Ну там так, на самом деле, не критично. Отлично, мира 25-й, ребят. Имбалансный талант. Кого у него на 25-й? БКБ? Да, БКБ полторы секунды. Чё, это мира ему дал, я чуть не охуел. Да, БКБ. Ой-ой-ой, напали на самого важного, самого важного героя, палка мимо. О, как хорошо, он наёривает. Ебать, он наёривает, Дазл в хексе. Пошел, Мирослав, пошел, там Т4 падает, нету байбеков, нужно. Один распушивает, другой идет в трон. Убить, баш. А нету баша, братишка. Вот, можете пойти в трон? Приплыли. Так, кстати, если что, вайпер Рошан убьет. Ой-ой-ой. И арена. А если, да, скади, тычка, он не выживет. Он не выживет. Хорош. Байбек есть, моментально жал. 60-я минута, кстати, шмотки. О, вот это будет интересненько. Monkey King. Апнута дизоль, выпал МК. Вот и дэмэдж появился. Ну вот, можно заходить, заканчивать, так сказать. Я скажу, что это величайшая карта в Dota 2 за всю историю Windows. Ну, у него, по сути, появляется урон только, когда он высасывает, но ему не дадут. Лайтмейл просто Тускар ебанулся, вы видите? Такой топ синки можно. Он вторую рапиру на МК купил. Блин, ну кстати, это вот. Он на базу. Когда ты берешь вторую рапиру на МК, то ты тоже должен, мне кажется, понимать, что у тебя старты типа. Так, Скотл. Сейчас они могут же влететь, Котл. У него индийский. А он же с палки. Дазл. Продлить? А ну у него индийский. Фейсбиан же надо было убивать. Почему? Ну ладно, он мог на самом деле спокойно сноубол тоже нажать. Он прыгает дальше. Дазл. Нету, нечем. А индийский сбили. У него нечем, у него КД. Потому что там баттерфляй. Так. На Виже не поймали. Слипа же нет. Мира. Поймали Миру. На самом деле нормально. У Рейдин намного лучше файт. Им выгодно принимать даже такой файт. Фейсбиан, проблемы у него большие. Ксинкью просто Бэйбмэн врубил. Здорово, нахуй. Бликанулся ли? Рефреш положить. Дали ему хекс. Так, хорошо, коллапс убьет. Есть грейв.
Ой-ой-ой, коллапс. Бай Мира нажал, и отошли. Ами даже БКБ не нажимал, но на самом деле не было. Ой, я не знаю, я вижу нулифайр нага хочет купить, но у него же реально просядет по урону. Там Тесла ему сама... В Аканоне, кстати, LGD бегут. Ой-ой-ой, LGD, интересный мув, еще и коллапс. Дасу первый бьет. А если подсейвить, есть на самом деле... Сторон Токио, Хексе, бьют его. Не убьет, но урона мало. Урона. А, на него дали эту шмотку. Я очень сильно. Ульт. Хорошая палка, хорошая палка. Так, слип нажимается. Ятора без БКБ, 80 секунд. Так а чё? Так урона у Дайр нет. Дим, дэмэдж взять. У него рефрешер, лотосорт, нулифайр на разоре. Нага, там одна что-то пиздит. Ксимкью. Грейв. Печет в ёбаном тазлу, сука. Заебал уже это видеть. Как эти челы жмут кнопки, я не знаю, это просто пиздец. Баем к Синкью. Синкью бай, отойти, бай, БКБ нет. Нету МК, БКБ арена, из-за не буду чедить. И Нага там развлекает. Ну а как, он просто сатаник нажмет и все, ну как его убить-то? Я не понимаю. Где вообще взять все? Вот когда последний раз герой Рейдиант умирал? 15 тысяч у Наги. Да и надо уже все. 1127 крипов, пацаны. Качаемся. Ебать, мета с некрами, это же вообще пиздец. Смотри, обкам встал 1-1 вообще в ахуе, что их выпустили. Это, кстати, мне кажется, самая хуевая нейтралка, которая может быть в самом последнем тире. Ты такой думаешь, у кого-то там 8 стагилити, у кого-то там дизоль, да, мирал шилд, а вот у пацана некра просто бегут. Кстати, 25-й бой, ну вообще, когда-нибудь в жизни докачивался до такого левела? Блядь, игра 70 минут уже идет, ничего, охуели? Он лучше будет Рошана фармить. Это пиздец. Ну, наконец, рефрешер на Мэнке Кинге. Бэм, 30-й почти на МКНС. Он, кстати, через 10 секунд книгу может купить и 30-й апнуть. Бля, ну не торопится, ни та, ни другая команда. Все, кстати, пытаются посмотреть, что за хекс. Ну, там макет, нужно две линки сбить, Две линки сбить надо. Ебать. Итак, в итоге, на самом деле, LGD проиграет игру. Это ужасная позиция для них. Слип нажимается. Так, выбивают один Glow Wisp. Есть еще одна арена. Выбили одну арену. Так, Миро. Ну, Ами. Ай-яй-яй, форс нулевой, еще раз убить его. У Разора проблема. Дайте грейв опять. Ну, сука, на. Сидит на дазле потный, нереально. Я не знаю, всегда нажимаю кнопку. Сатаник, палку нажми, братишка. Похуй. Еще одну арену нажал. Не жмет просто, он уже не нажимает кнопки. Хорошо, Катя, две арены нажал. Я в ахуе с LGD. Никто нахуй не умирает. Как можно пиком справа так играть? Посмотри, чисто видео изи бегает со своей шмоткой, ебаная, это нейтральный. Вообще, как можно так... Некрал ФК стоят, у него внизу отправляет. Никто не ошибается, 73 минуты, каждый, сука, в идеальной позиции жмет идеальные кнопки. Это, кстати, второй. Ой-ой-ой, мира, на самом... Вышел, выйти. Мипошка подставился. Ебать, Ами, ты что ты делаешь вообще? Ами сдали нервы, Вай рядом. Бардан, Вай всегда тут. Все, сдали нервишки нахуй. Невозможно быть таким роботом. Так, еще Ксенкью, проблема у него. У него это Book of Shadows. Опять. И Snowball. Как только Book of Shadows забавим. И блинк нажмем после этого. Ах, нет, не получилось. Есть БКБ. Он снова вниз. Опять он эту хуйню нажал. Да, ну. Дазл обновил ему, да? Это пиздец. Да ну нах. Роботс. Бля, короче, ладно, я ебашу просто нахуй Via Electric и все. Это реально убойный футбол. Это стопудово убойный футбол. Вот тот момент, когда они хуёво играли, а потом резко начали всех ебать, блядь. Это стопудово не. Ами ошибся, понимаете? Первый раз за 74 минуты, блядь. У него сдали нахуй нервы. Там работяги идут. Некра. Так, Синкью. Украдет Аегис. Возможно, это вообще? Я не верю. Не, подождали. Фейсбиан? Не взял. Все, поплыли. Бля, без байбека. Синкью без байбека. Настинг Тусей тоже умер. Ятра. Трон падает. Ами лети. Да ну нахуй, он выиграет. Они говорят, они просто в рот от грибов. Да я не верю, да это бред. Лети, чел. Кто-нибудь летите из дар. Кто-нибудь за дэр лечите? Да не, ну они за дэфы. Он летит! Харк, веки дэфы! У него есть или кто-нибудь? Ааа, их раз законтролили! Пиздец, кто-нибудь летите, блядь, летит! Все, квапа отпушил, нахуй. Заканчивайте. Ух, это пиздец. Ну наконец-то да, вот ебучий, блядь. Рэмпыш. Как можно играть пиком Дайр? Эту игру 75 минут, как? 75 минут. У них нету урона, чтобы хотя бы одного, блядь, героя убить, блядь. Бля, если бы сейчас Ами с Ксинкью просто тэпнули, сломали трон, это было бы вообще пиздец. Я бы заканчивал этот гранд-финал сразу, нахуй. Я бы, блядь, все, вот просто сразу победили, блядь, моментально. Лучшая команда в истории, блядь, просто вселенной, блядь. Закрыл бы доту просто, блядь.
смысле? Это вообще пизда, ладно. Интернет бы удалил нахуй, потому что уже больше ничего не будет. Можно было комп нахуй ломать. Он просто стоит к синьким мониторам, ебал нахуй. Говорит, отказывается играть после этого. Как это вообще возможно, я не понимаю. Что можно 75 минут ебать. Бля, Спирит вообще нахуй просто. Он разбил наушники, я торопился. Ебать, он нахуй новый сейчас будет давать ему. Бля, покажите лицо LGD. Стопудово каменные ебальники, ну. Там к Сексовой подходит и пиздюля кому-то дает. Кому он будет пиздюля давать? Какая же охуенная игра. Бля, не, это катка, это вообще пиздец. Это жесть, конечно, вообще. Как они... Жут просто была бы не Нага, да, а Кор, который мог бы убить кого-то? Вот мы обсуждали Вайда. Мы просто воет. Все в охуях просто полных. Он понимает, что ну нахуй, хорошо, что я не там. Въебал бы сразу, бля. Когда я же на отдых поеду, я заебался эти стенди не для этих челов. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин.